Шалом, с вами Айката, и сегодня я сыграю в FIFA 05 за Реал Мадрид против Ювентуса. Кстати, в том сезоне они встречались в 1/8 финала Лиги Чемпионов, и благодаря голу в дополнительное время Бьянконери прошли дальше, 2-1 по сумме двух встреч. Великий и ужасный Сантьяго Бернабео, Рауль и Нефет уже встречались в 97-м в составе сборных. Сегодня на поле Касильяс, Роберто Карлос, Дэвид Бекхэм, Луиш Фигу, Зинедин Зидан, Роналдо, Буффон, Тюрам, Канавара, Недвид, Трезеге, Дель Пьеро и другие легенды. Мяч у Эльгеры, стартовый свисток. Эльгера на Рауля, Рауль на Роналдо, Зубасик уходит от Канавара и кладет в правый верхний. Бразилец, как молодой Каупер Вуд, решает свои проблемы и достигает цели. Надвид, передача на фланг Дель Пьеро, подача в штрафную. Трезеге прощает. Зидан получает желтую, хотя показывают желтую Эльгере. Да, это стоит желтой. Навес в штрафную, отбились. Повторный навес Дель Пьеро. И Такинарди возвращает равенство. Итальянец словно пепел поражает свою цель со второй попытки. Нам же нужно вновь выходить вперед. Зидан Эльгере, тот на Рауля. Рауль разворачивает. Бэкс. Роналдо смещается ниже. И подражая оппоненту, оформляет гол. С большим трудом, подобно Родиону, Зубасик поражает противника. Трезеге. Передача в центр Алессандро. Авой двоих. Но удар Дель Пьеро не получается. Трезеге, разрезная передача Алессандро. И со второй попытки итальянец не прощает. Подобно Дэйву Лизевски, игрок все же достигает своего. Дель Пьеро, заброс на Трезеге, Икер спасает. Отбор, но тут же свободная зона и пас Трезеге. Икер вновь на месте, Оливейра подает, но Трезеге бьет выше. Передача на Роналдо, но третий заход не удается. Недвид, пас в штрафную, Дель Пьеро рядом со штангой. Эмерсон, передача на фланг. Трезеге бьет прямо в Икера. Зубасик и Трезеге уходят в подрибунку. Рауль на Роналдо. А будет одного. Но Дев грамотно отбирает. Пас Эмерсона. И незамысловатый удар Дель Пьеро. Небольшая комбинация туринцев. И 2-3. Невероятный удар Пинторикьо. Сложно представить, кем должен быть вратарь, чтобы отразить подобный удар. Подобно Криштиану против Швеции. Дель Пьеро, превозмогая себя, приносит результат старой сеньоре. Рауль Нарона. Удар из Алька. Джиджи пока еще тут. Вторая волна. Но мяч у кипера. Рауль, Роналдо. Выходит один на один, но Буффон парирует попытку. Дель Пьеро, Трезеге. Мощный удар, но момент за Касильясом. Подача. Тюрам каким-то чудом бьет прямо в руки Икера. Зубасик смещается. И Эмерсон играет в роликах чисто и отбирает мяч. Неплохо. Подача и Дель Пьеро. Нойкер тащит. Пас Трезеге. Обходит защей. Бьет по диагонали, но мажет. Серьезная ошибка, выход 2 в 3. Но Вудги справляется на грани. Пас Нарона. Но Зубасик медлит. Бразилия собой троих, но Джиджи опять спасает. Подкат не помешает. Трезеге вновь мимо.
Игра пущенных моментов. Последняя атака. Зубасик один на один и... Нет. Прямо в Буффона. Матч завершается. Ювентус берет свое. 3-2. У итальянцев было немногим больше атак. Но игра спокойно могла измениться и в нашу сторону. На этом у меня все. Пишите в комментарии, кто стал лучшим игроком матча. Голосуйте в подсказке. Пишите, какие матчи этого сезона вы бы еще хотели увидеть. Делайте колокольчик серым и включите кнопку подписаться. Adiós, amigos.